Значит, в аккомпанементе при этой песне можно использовать на самом деле очень много видов звукоизвлечения правой рукой, значит, так называемого боя, по всем струнам. Можно играть, значит, самым основным видом, в общем, классическим видом, которым исполняется эта песня. Вниз, вверх, глушим, вверх, вниз, вверх, глушим. Вот, и здесь у нас пауза идет, значит, это основной бой, основной ритм этой песни. Вот, далее идет немножко такой раздробленный, сохраняющий основу ритма, основной ритмический рисунок. Ну, такой более, наверное, динамичный и немножко повыразительный. Вот. Играем мы его побыстрее, добавляя чуть больше ударов. Вот этот ритмический рисунок в основном при исполнении группы Кино, по-моему, я слышал, играется все-таки на электрогитаре, подчеркивая основные сильные ритмические доли этой песни. Какие здесь штрихи? Вниз, вверх, вниз, вверх, глушим. Глушим. Пять ударов это в начале, значит, вниз, вверх, вниз, вверх, глушим, вниз, вверх, глушим, потом вверх, вниз, вверх, глушим. Вторая часть, вверх, вниз, вверх, глушим. Значит, еще разок, вниз, вверх, вниз, вверх, глушим, вверх, вниз, вверх. То есть вторая часть этого ритмического рисунка точно такая же, как и у классического основного ритмического рисунка. То есть там тоже вниз, вверх, глушим. Заканчиваем. Значит, начинаем мы там вверх, вниз, вверх, глушим. Заканчиваем. Здесь точно так же заканчиваем. Вверх, вниз, вверх, глушим. Вот. Только начинаем по-другому. Там мы начинаем вниз, вверх, глушим. А здесь мы начинаем... То есть за место двух ударов играем четыре. Еще разок. Еще раз хочу заострить ваше внимание на том, что когда мы заглушаем правой рукой, мы оставляем ее на струнах. И с этого же момента мы начинаем играть. Ни в коем случае не убрали, потом опять поставили, начали. Нет, оставили, и с этого места играем вверх. Вот. Ну, когда побыстрее играем, получается такой более раздробленный рисунок. Так играть. Вот, я говорю, здесь есть варианты. Вниз, вниз. Или можно и так сыграть. Даже так. Ошибкой, потому что основные акценты, основные ритмические доли сохраняются. Задавайте вопросы или какие-то песни вас еще интересуют, пишите в комментариях.